Самаре подвели итоги дорожно-строительного сезона. В этом году в областном центре в порядок привели 41 улицу, 16 отремонтировали комплексно, 23 картами свыше 100 погонных метров. Полностью заменили покрытие проезжих частей, тротуаров, благоустроили газоны. Работы велись в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Общая сумма финансирования из бюджетов всех уровней – более 2 миллиардов рублей.